Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня любимый день, когда привозят заказы из первой поставки каталога. И сейчас у нас действует 13-й каталог, и начну хвалиться сразу самым большим, то что есть в заказе. Это подарок за 1 рубль я получила, обменяв на спонсорские баллы, вот такой шикарный тостер Moulinex. Заранее вскрыла коробку и напоминаю вам, кто участвовал в акции и копил спонсорские баллы, регистрировал новичков. Помните, что мы еще продолжаем копить баллы, и все новички, кто размещает заказы в течение 21 дня с момента регистрации, ой, никак достать не могу прям, все эти баллы мы копим и уже в следующем каталоге поменяем еще на какие-то призы для кухни. Вот, вау, все распаковала, класс. Вот когда я увидела рекламную кампанию и что можно будет взять на спонсорские баллы, то в первую очередь я захотела измельчитель и тостер. У нас тостер есть, и он тоже приходил в подарок от компании, даже уже два. Первый был тоже беленький, мы его отдали родителям, и тут он у них сгорел, а мы себе открыли золотистый, кто помнит, он тоже как-то был по акции. И хочется родителям тоже тостер подарить классный, и я решила, что я заработаю себе этот беленький, он идеально подходит под нашу кухню, а родителям отдам золотистый. Итак, смотрим, какой же он волшебный, этот тостер. У него много скоростей, разные степени прожарки, есть такой рычажок, чтобы вытолкнуть хлебцы или батончик, и в общем-то здесь много всего, поэтому прямо сегодня начнем им пользоваться. А еще, если вы видели, то на обзор как официальному обозревателю мне присылали измельчитель, вот такой измельчитель. Да, когда его увидела моя мама, вы не представляете ее глаза, она сказала: такое бывает. И я ей его подарила, а себе заработала на новый. И вообще у меня получилось 5 гаджетов заработать и еще коплю баллы, но пока что в наличии только 2, и еще я получу в понедельник мельнички, электрические мельнички. Что такое измельчитель, друзья мои, мальчики и девочки? Это очень удобный гаджет и нужный гаджет для кухни. Смотрите, вы сюда закидываете, например, лук, который я, например, резать вообще терпеть не могу, включаете в розетку вот эту верхнюю часть, базу, вот так ставите сверху, нажимаете буквально вот так вот раз и отпускаете, и лук уже готов. Это очень классно. А мама делает тут салатики, то есть она закидывает туда огурчик, помидорку, зелень, перчик, нажимает раз и выкладывает папе готовый салат, потому что он любит очень мелко и ему нужно все измельчать. Он говорит: я замучилась резать ему салат, а сейчас я их делаю просто за пару секунд. Так что это очень круто. Если вы даже не заработали себе на такие гаджеты, то я рекомендую приобрести для дома вот такой вот удобный измельчитель. Вы будете, мне кажется, на кухне просто чувствовать себя королевой кухни. Так, далее я получила третий шаг. Кто выполнял акцию с посудой, то мы делали как раз по 50 баллов в прошлом каталоге и забрали сейчас вот такие шикарные пиалы. Это эко пластик с добавлением волокон пшеницы. Мы уже пользуемся чашечками, тарелочками, на обзор мне присылали уже такие салатники, вот ими я пользуюсь, ну, практически каждый день, вернее пиалами, а вот салатниками мы пользуемся сейчас постоянно, и они нам достались всего по 149 рублей. А если вы заглядывали на AliExpress, например, то там один вот такой салатник стоит в районе 350 рублей, представляете? А мы по 149 рублей получили набора. Итак, я сначала думала, что соберу комплект так вот для выезда куда-то, для путешествий и так далее, но оказалось, что эта посуда супер удобная для дома, и мне нравится ее какая-то такая вот нескользкость, натуральность, она не бьется, она очень легкая, ее можно в микроволновку ставить, в посудомойку и в холодильник, то есть это очень классная посуда, и я довольна таким классным комплектом. Так, лишнее убираю со стола,
а посуда пусть стоит у нас здесь. Так, что мне прислали как официальному обозревателю для обзора? Компания прислала в этот раз три продукта. Давайте посмотрим. Ну вот самое простое — это такая лимитированная линейка жидкое мыло для рук с дозатором, серия мед и молоко. И тут прямо написано Milk Honey Gold Grand Celebration. Слушайте, вообще, то есть можно руки помыть, можно искупаться, мыло бесподобно густое, ароматное, такое классное, 300 миллилитров объем, и уже в следующем каталоге мы сможем приобрести такое мыло по супер акции. Я уже заглянула в следующий каталог и увидела на обложке, ну, цены меня просто поразили, всего будет стоить 249 рублей, это чудо. Следующий продукт, который мне прислали, это тональная основа, тоже новинка. И эта тональная основа какая-то просто необыкновенная. Так, где-то у меня тут был нож. Сейчас я вскрою аккуратненько. Так, во-первых, у этой тональной основы бесподобный дизайн. Смотрите, как это красиво. Золотая крышечка, такие все чистые линии, ничего лишнего, все очень лаконично в стиле Giordani Gold. И мы попробуем эту тональную основу сейчас на руке, а потом я отдельно запишу видео, когда я попробую, несколько дней похожу с этой тональной основой, чтобы у меня уже появилось мое четкое впечатление и мой независимый отзыв. Расскажу вам все как есть. Итак, посмотрим тональную основу. Она у нас будет с эффектом сияния, гармонизирующая. Первый раз нужно несколько сделать нажатий, и выходит небольшое количество. Мой оттенок 42 362, ванильный, такой приятный оттенок, немножко в розовинку идет. Но помним, что все тональные основы, они немножечко подстраиваются под тон кожи, поэтому наносим. Если вы будете заказывать, например, пробники, наносите, даете впитаться, полежать несколько минут на коже лица, и потом уже смотрите, подошел вам этот тон или нет. Да, я вижу сияние, то есть она, ее прям двигаешь руку, и она такая холеная кожа, очень красиво. Хочется быстрее на лице попробовать этот тон, и потом расскажу вам впечатление. И третий продукт — это пенка для умывания. Эта пенка непростая, она идеально подходит для чувствительной кожи. Серия Novage, обновленный дизайн, как вы видите, это совсем новое, не похоже на предыдущую нашу серию. И у вас будет возможность попробовать все эти продукты, если вы закажете себе набор пробников, чтобы протестировать. А оказывается, среди моих клиентов очень много людей с чувствительной кожей. В последнее время мне все спрашивают, а есть что-то гипоаллергенное для чувствительной кожи, а то у меня на все аллергии. Да, это действительно глобальная проблема, поэтому сейчас у нас будет возможность, то есть будет что предложить нашим любимым клиентам, тем более в таком красивом дизайне. Тоже запишем отдельное видео, все попробую, расскажу вам свои впечатления и ощущения. Итак, объем пенки 150 миллилитров, у нее удобный дозатор. Перед применением, я думаю, ее лучше немножечко потрясти. Вау, какая помпа классная, у нас получается такая мягкая воздушная пенка, практически без аромата, очень нежненькая. Ну, попробую на коже и потом вам расскажу свои впечатления. Ух ты, смотрите, я сейчас здесь пробовала тональную основу, и видно прям, как пенка подняла тон и растворила его. Вау, классно. Нежная-нежная. Будем пробовать. Следующее, что я заказала,
оформила подписку на питательный коктейль для контроля веса со вкусом ванили. До этого я пробовала шоколадный вкус, он мне очень понравился, у меня моментально появились крутые результаты в плане, что у меня ушел живот, он стал вообще плоский, и мне очень понравилось состояние. Я нахожусь в одном из чатов, как раз вот где находятся только те, кто приобрел себе этот коктейль, делится впечатлениями, первыми впечатлениями, результатами, своими замерами до и после, через какое-то время. Так вот, люди пишут разные. Кто-то пишет, что первый раз, когда выпили коктейль, ну где-то через 2 часа уже появилось желание поесть. Но скорее всего это у нас в голове привычки, потому что у меня также было, когда я утром завтракаю, то через 1-1.5 часа уже хочется опять что-то перекусить. А с этим коктейлем у меня же с первого раза получилось, что я 5 часов ничего не ела, я не хотела есть, я только пила воду. Так вот, буду продолжать пить коктейль, мне очень понравилось вот то, что я стала такая энергичная, какая тут, не знаю, по-другому себя вот все внутри чувствует, нормализовались обменные процессы, и эффект очень быстрый. Конечно, у меня нет цели похудеть, постройнеть, потому что у меня, мой вес меня полностью устраивает, но полезное питание еще никто не отменял. Кстати, этот коктейль можно заменять один раз в день прием пищи, любой, завтрак, обед или ужин, или если вы хотите сильно и быстро получить результат, то есть постройнеть значительно, то 2 раза в день вы можете заменить прием пищи. Представляете, на самом деле это очень удобно, то что не надо готовить и не надо покупать какую-то еду дополнительную, а по подписке одна порция стоит всего, по-моему, 129 рублей. Мне кажется, это очень отличная цена. Так, и также есть коктейль. Моя дочка, она обожает такие коктейли, это перекусы, она их кушает и утром перед завтраком может скушать, и когда приходит с универа, сразу разводит себе быстренько коктейль, пока переодевается, там собирается пообедать, у нее как бы уже что-то есть, да, не какой-то там схватила шоколадку или еще что-то, плюшку, а именно хороший здоровый перекус. Так вот, этот коктейль у меня идет по подписке, была оформлена подписка Life Plus, и я еще ожидаю витаминки Wellness Pack, но их сейчас нет на складе, они будут чуть позже, и тогда у меня придут дополнительно сразу шаги, которых сейчас нет, там получается 3-й и 4-й подарочный. Вот Wellness мой любимый, остальное все скорее. А вот еще один продукт со скидкой 50%, я себе заказала крем Time Rester для кожи вокруг глаз и губ, мне очень хочется попробовать эту серию. Я себе как-то брала пробники, но так и до них руки не дошли, я их кому-то подарила, просто нужно было клиентке сделать подарок, и я вручила ей этот набор. А себе решила взять вот так, о, какой он милый, такой маленький крем, хотя я больше люблю все крема с дозаторами, но не устояла перед этим малышом, тем более использовала скидку 50%. Дизайн, конечно, бесподобный, все запечатано под фольгой, буду пробовать, если вам интересно, напишите, я тоже запишу свой видео отзыв на эту серию. Я думаю, что для многих как раз женщин 50+ будет интересно посмотреть, как работает эта серия. Под заказ, только да, не падайте в обморок, 3 крема из серии Optimals осветляющие, все крема дневные, все крема это повторные заказы, очень у меня девочки любят эту серию, во-первых, отлично идет питание кожи, во-вторых, она осветляется, а после лета это особенно актуально, потому что у кого-то вылезла нежелательная пигментация, очень сложно в такое жаркое лето было защитить лицо от негативного влияния солнышка. Я, например, защищалась очень активно, поэтому у меня лицо просто вот чистое-чистое осталось, а после прошлого лета у меня были пятна, я с ними боролась и победила их тоже благодаря нашим осветляющим сериям. И это еще не все, только не падайте в обморок, вот такая куча, это масло чайного дерева, здесь 14 флакончиков, и будут еще заказы, потому что у меня был запас, а я вчера была в гостях у клиентов, и у меня разобрали вообще все, что оставалось, поэтому придется еще пополнить запасики. Итак,
немножечко расскажу, что со мной приключилось. Буквально позавчера я пошла относить заказ еще с прошлого каталога клиентам, там буквально на 800 рублей три позиции. И подбежали девчонки и говорят: а есть крема для рук, а для ног, а тушь? И вот начали меня заваливать вопросами. Я говорю: ну давайте закажем. Или они: а в наличии нету? Я говорю: ну у меня есть кое-что дома на складе, хотите, я завтра принесу. И они говорят: конечно, да. Вчера мы собрали целую сумку, Миша меня отвез, и внимание, за полчаса общения с девчонками, да, с клиентами, забрали на 5500 рублей, и в том числе все масла, все крема для рук, все, что было для ног, там пептиды, две тональные основы, которые были в наличии, то есть блески, какие-то помады, туши, то есть все разлетелось моментально, гели, там вообще смягчашки, кстати, очень хорошо берут. Вот, поэтому масло чайного дерева, оно у нас впервые по такой огромной скидке, я рекомендую им запастись, потому что масло, оно, конечно, не приносит больших баллов или больших денег, но мы просто обязаны обеспечить вот таким маслом чайного дерева с лаймом каждую семью, потому что это волшебное средство с мощным антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. То есть у меня вот всегда оно стоит одно в ванной, одно на кухне, одно у дочки, всегда вот несколько флакончиков открыто, потому что мало ли что-то готовила, например, оладушки, когда я жарю, у меня все время эти брызги на меня попадают, я сразу ожоги маслицем обрабатываю, обрезалась, прижгла, укус какой-то. Вот сейчас у нас маленький котенок, обратите внимание, нет царапок, потому что все, что появляется, я моментально мажу чайным деревом, и они уже на следующий день пропадают, их просто нет. У масла очень много рекомендаций, где его можно применять, просто погуглите, посмотрите и берите, оно очень эффективное и очень доступная именно в этом каталоге. Сейчас разрекламировала, что его все, да, разберут. Когда я оформляла заказ, кстати, я потом немножечко его переиграла, потому что оказалось, что у меня есть какие-то продукты в наличии, я решила перебрать на всякий случай свой склад, и вот из серии чайного дерева у меня оказалось два геля и две маски, то есть четыре продукта были, поэтому может быть потом еще подзакажу, может быть нет. Но я взяла вот такие спонжики, губочки для умывания. Слушайте, я их просто обожаю, потому что единственное, чем вот можно снять маску с глины или какие-то вот такие маски, которые подсыхают, и вообще маски, удобнее всего снимать с спонжиками, или спонж коньяку, или вот такие вот губки. Ну вот последний раз брала спонж коньяку, он у меня так быстро развалился, я расстроилась, думаю, лучше я себе наберу губок, потому что они мне очень долго служат. Мне нравится, что после использования они, их нужно промыть, и они полностью высыхают, и в них не заводятся микробы, то есть я их просто мыльцем мою, и все. Очень классные штуки, и в этом каталоге на них распродажа. Налетайте, разбирайте. А еще я заказала себе салон красоты на недельку. Ну конечно, я буду пользоваться не неделю, патчами я, например, пользуюсь, ну, бывает раз в месяц, бывает два раза, пользуюсь по необходимости, когда вижу, что у меня бывают припухлости и отеки. Ну бывает такое, но слишком много жидкости на ночь, бывает выпиваю или не высыпаюсь, тогда патчи мне очень хорошо помогают. И маски, маски тканевые, я их просто обожаю, особенно мне нравится, я недавно заказала себе такую маску силиконовую, которая за ушки цепляется. Если раньше я масками тканевыми редко пользовалась, потому что нужно было обязательно лежать, потому что они у меня все время отваливались, начинают подсыхать и отваливать, то сейчас я беру тканевую маску, распределяю по лицу аккуратно сверху, беру силиконовую, вы тоже ее можете заказать в каталоге Oriflame, и она прижимается и очень хорошо держится. Классно, и теперь я обожаю делать тканевые маски, я думаю, что у меня будет расход гораздо больше. На самом деле вот такой набор хотелось бы заказать, ну может быть прям много, потому что и вот такие маски часто просят клиенты, и сама люблю, и скидка огромная, просто откройте каталог текущий, вы сами увидите, что это уникальное предложение, классная акция сейчас идет на этот наборчик. И в завершение у меня еще два продукта тоже под заказ, и это повторный заказ от моей знакомой.
Она сказала: слушай, эти штуки такие классные, закажи мне еще, как будут со скидкой. Вот как раз они у нас в 13-м каталоге по акции, и я ей заказала. Это антицеллюлитный гель для тела, и этот гель очень удобный, то что у него здесь сразу встроенные ролики, и они классно массируют тело. Когда я себе такой делаю массаж, у меня вот реально прям вот кожа аж горит, краснеет, разогревается. Хотя когда я его первый раз увидела, я такая сказала: фи, какие маленькие шарики, что ими можно сделать? Но оказывается, они отлично продирают прям так кожу. А когда вы пользуетесь антицеллюлитными средствами, то массаж он просто необходим. И второе средство — это гель для кожи живота и груди. Тоже он очень эффективный, кожа становится такая более упругая, подтянутая, и разглаживаются такие мелкие морщины вот в зоне декольте. Обычно, да, с возрастом появляются какие-то вот морщинки, и с ними отлично справляется этот гель, поэтому тоже рекомендую. Обращайте внимание, продукция Oriflame, она классная, проверенная, и ее можно смело рекомендовать. Вот такой вот классный заказ на 238 баллов. 228, да. 228. Миша неправильно подсказывает. 228 баллов. Поэтому я вам желаю в этом каталоге отлично поработать, потому что он очень классный, он просто уникальный. Желаю вам успехов, благодарных клиентов и удовольствия от использования нашей продукции. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!